Дагестанская кухня – это разнообразные блюда народов и этнических групп, живущих на территории республики. Каждый район Дагестана придает свой особый колорит приготовлению любого национального блюда, самые распространенные из которых – это чуду, хинкал и курзе. Гости нашего города по достоинству оценили местную кухню и даже решили узнать несколько рецептов, чтобы готовить у себя дома. Кухня великолепная, все вкусно. Нравится очень хинкал разнообразный, с разными начинками, так сказать. Мы были во многих ресторанах, местная кухня, шашлыки, что там у нас еще было, чуду. Чуду нам понравилось в каком-то местном кафе, очень вкусно. Но местная кухня понравилась, больше понравилась. А что вам понравилось из нашей национальной кухни за эти пару дней? Пару хинкал. А есть курзе? Чудо, да. А есть какие-то рецепты, которые вот, может, хинкал у себя на родине будете готовить? Да, конечно, хинкал я сейчас буду готовить уже. Некоторые туристы приехали в республику пару дней назад, но уже наслышаны о разнообразии наших блюд и хотят как можно быстрее их попробовать. Слышали, конечно, это чуду, обязательно попробуем. Хинкал, но, скажем так, еще тоже пока не удалось. Вчера частично немножко его удалось попробовать, потому что уже пришли вечером, и заведение, где были, он уже практически закончился. Помимо традиционного хинкала, курзе и чуду, гости республики насладились и другими блюдами, которые для них оказались гастрономическим новшеством. Каша понравилась ваша местная, которая абрикосовая. А, кураговая каша. Да, кураговая. Так, что мы еще ели? Мы поели шашлык, тоже очень вкусное мясо баранина. Отметим, что многие туристы считают, что готовка национальных блюд – это занятие не из легких, и не каждый способен приготовить их с первого раза. Мне кажется, это невозможно. Почему? Ну, потому что тоже чуду, это же там пекут. Мне кажется, это надо как-то наработать этот. Потом вы видите, как у вас бульон, мясо подается с, как они называются, такие лепешки, не лепешки, а как клёцки, как они такие, тесто вареное. Хинкал. Вот, да. Как их возможно сделать?